вообще погода была такая отличная, что Бог благословлял нас, но да. И я чувствую, что прошлую неделю, что нас Бог всю неделю благословлял. И мы, я хочу поблагодарить за прошлую неделю, что Бог нас не оставлял. Бог благословил мою семью и много моих друзей Бог благословил. И я однажды остановился до своего друга на работу, я видел, как у него кастомер, так ему благодарить его за все. И я встал в сторонку и говорю: Господь, спасибо тебе за его друзей, за его кастомер, что в него есть хороший кастомер, что они благодарят и благословляют его и его всю семью. И мне так было приятно, я видел, вот это брат благословенный. Я рад за это. И, что я это самое, я вижу, что Бог никогда не оставляет нашу церковь, нашу семью. И я хочу, чтобы мы встали сейчас, поблагодарили за наши бизнеса и за наших друзей. И я хочу, чтобы мы благословили солнце служения, которое будет, чтобы Бог нас благословил. Аллилуйя. Дорогой Господь, слава Тебе за милость Твою, за охрану, за благословение Твое, Господь, которое Ты нам посылал, Господь. Я благодарю Тебя за прошлую неделю, которую Ты благословил нас, Господь. Что мы, Господи, куда мы ездим, Господи, Ты нас благословлял, на работе, Господи, благословлял, с друзьями, Господь, благословлял, Господь. Благодарим Тебя, Господи, за наших людей, за друзей, Господь, во имя Твое. Также я прошу, Господь, я хочу, чтобы Ты благословил нас на солнечное служение, Господь. Благослови, Господи, солнечное служение, Господь. Благослови группу прославления, Господь. Благослови, Господи, сегодня пастора, Господь. Мы просим, Господи, Господи, просим Тебя поклониться и прославить Твое великое имя, Господь. Да мы знаем, что Ты жив, Господь. Мы видим Твое благословение, Господи, на каждый день, на каждый час, Господь. Спасибо Тебе, Господи, благословляйся нас до чего времени, Господь. И мы будем поклоняться и будем превозносить Твое святое имя, Господь. Да Ты достоин, Господь, соединение с Твоего Духа. Аминь. Мы готовы славить нашего Бога сегодня. Аллилуйя. Будем радоваться в Его присутствии. We are redeemed in love. Died, arose.
Thank you, Jesus, for everything you've done. Hallelujah. For every single day of our life, Lord, we thank you. We thank you only you, Jesus. Your name is powerful. Hallelujah. Воздайте нашему Царю всю славу. Hallelujah. Давайте мы пройдемся по залу сейчас. Поднимите друг другу настроение. Скажите, что вы выглядите очень красиво сегодня, и Господь Бог любит вас. Будем радоваться в нашем Господе сегодня. Будем веселиться в Его святом присутствии. Аллилуйя! Наш Господь Бог достоин. Аминь. Да радуются и веселятся пред Тобой, пред нашим Богом. Все ищущие Тебя, любящие спасение Твое. И веселятся пред Тобой. Все ищущие Тебя, любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно, велик Господь. Господь наш велик. Да говорят непрестанно, велик Господь. Непрестанно вели Господь. Да говорят непрестанно вели Господь. Мы будем ликовать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и за Христом оживил. Мы будем ликовать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Поклонись Ему. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Пойди Господу. Пойди Господу, Он достоин всей хвалы. Мы будем ликовать пред Ним, воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем ликовать пред Ним. Аллилуйя. Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Он нам грехи простил. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Аллилуйя. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Воздайте нашему Царю всю славу. Аллилуйя, аллилуйя. Наш Господь велик, наш Господь святый. Аллилуйя. Сейчас будет... Я хочу вам одну вещь сказать. Наш Господь, не знаю, как это по-русски сказать, по-английски оно звучит так. Our Lord works in mysterious ways. Он делает дела, которые нам трудно понять. Он, иногда нам непонятно, почему Бог что-то делает. Сегодня, если вам нужна поддержка, Господь Бог здесь. Господь Бог слышит вас. Господь Бог отвечает молитвы и благословляет. Аллилуйя. Аллилуйя.
чудо наш Господь Бог. Отец Небесный, мы здесь для Тебя, Боже. В этот прекрасный воскресный день, Господь Бог, мы собрались, Боже, чтобы воздать Тебе хвалу. Каждый из нас, Господь, Боже, Ты видишь наши сердца. Мы здесь для Тебя, Бог. Мы Твои, Бог. Ты наш Отец, Ты наш Бог и наш Спаситель. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты верный к нам, что Ты всегда рядом с нами. Ты всегда слышишь наш голос. Когда мы Тебя зовем, Ты приходишь к нам на помощь. Царь наш, что Ты заботишься о нас, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты охраняешь нас, Господь. Ты Бог, великий Царь, и Царь над всеми царями. Ты Бог неба и земли. Боже, слава Тебе. Лайврома саврабашюры мерегана ленаста. Врума саврабашюры веримена санда веригаста. Аллилуйя. Как прекрасен Ты, Царь наш. Как прекрасен Ты, Господь Бог наш. Боже, спасибо Тебе, что, Господь, Ты наш Бог, живой Бог. Бог над всеми богами и Царь над всеми царями. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя и всю жизнь буду благодарить Тебя, Боже, что Ты мой Бог. Бог, который любишь нас. Бог, который заботится о нас. Бог, который слышит нас, когда нам нужна помощь. Мы, когда Тебя зовем, Ты отвечаешь, Господь. Спасибо Тебе, Иисус.
что в Тебе мы имеем жизнь. Спасибо Тебе, Иисус, что в Тебе мы имеем исцеление, в Тебе мы имеем благословение. Аллилуйя! Боре машана на басовре масангера рибаши. Левра масовре барада масовре баштей. Аллилуйя, Царь наш. Лавра масовру машингера лида совру баштей. Мы любим Тебя, Господь Бог. Мы любим Тебя и мы жаждем Тебя, Господь. Без Тебя мы, Господь Бог, не можем делать ничего. Ибо Ты, Господь Бог, который сотворил нас. Ты Бог везде и Ты Бог во всем. Халамаси, вроба ща, время гостоли, верма наста. Враба шура, маригаста, враба ши. Благодарим мы Тебя за Духа Святого, Бог мой. Халамасуры, машингера и даста. Халалюя. Халалюя, Царь наш. Халалюя. Вока панамо, следина. He's beauty. Look upon the Lord seated high. He is holy. Let the glory of our God from heaven come down. Let the house of the mercy will endure. You are good and forever we are yours. Hallelujah, 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 hallelujah. Listen to the Lord. Listen for the voice of God. Hear the voice of His Spirit. Hallelujah. Call upon His name. He is near. He is with us. Let the glory of our God from heaven come down. Let the house of the with one voice, heaven and earth.
Святой. Как прекрасен наш Бог Святой. Мы любим Тебя, мой Бог. Я люблю Тебя, мой Царь. Спасибо Тебе, что Ты здесь сегодня. Отец, я благодарю Тебя, что Ты наполняешь меня радостью Своей, Своим присутствием Божиим. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты никогда не оставляешь меня. Ты всегда рядом с нами, Бог наш. Мы радуемся в Тебе, Бог наш. Мы радуемся, что наш Бог, Он живой Бог. Наш Бог, Он любит нас. Наш Бог, Он никогда не оставляет нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус, что сегодня мы можем стоять здесь и воздавать Тебе хвалу, назвать себя Твоими детьми, Тобой нашим Богом, нашим Спасителем. Прекрасен наш Господь Бог, великий наш Господь Бог. Спасибо Тебе, Царь мой, что Ты слышишь нас. Спасибо Тебе, Бог наш. Спасибо Тебе, Царь мой. Благодарим мы Тебя, Боже. Мы радуемся в Тебе, Бог Святой. Никто и ничто не может сравниться с Тобой. Ту радость, которую Ты наполняешь нас, Боже. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Прекрасно радоваться в Тебе, Иисус! Прекрасный Господь, ликовай в Тебе, наш Царь Небесный! Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Ты наш Искупитель! Аллилуйя, аллилуйя! Господь Бог, как прекрасен Ты! Господь Бог, как великий Ты! Слава, слава, слава принадлежит Тебе! Слава, честь, Господь, принадлежит Тебе! Аллилуйя! Благодарим мы Тебя, Господь, что Ты здесь! Благодарим мы Тебя, Господь Бог, что Ты здесь! Аллилуйя! Слава Тебе, Бог Святой! Я благодарю, Боже, Тебя за день, который Ты сотворил для нас, за этот прекрасный день, Господь, за эту прекрасную церковь, где мы можем все вместе собраться, возрадоваться в Твоем присутствии, Боже. Я благодарю Тебя за каждого человека здесь, Боже, что, Господь, мы можем все вместе сегодня радоваться, Господь, что наш Бог, Он живой Бог, наш Бог, Он всегда с нами. Боже, я прошу Твоего благословения на каждого человека здесь, на этом месте. Боже, Ты видишь каждого из нас по отдельности. Ты видишь нашу жизнь. Ты видишь нас, Господь. Благослови, Господь, каждого из нас. Боже, мы просим Тебя, мы верим в Тебя, и мы надеемся только на Тебя, ибо, Господь, вся наша надежда в Господе. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови это служение, Боже. Благослови слово, которое будет сегодня проповедоваться. Боже, мы знаем, что Ты, Господь, сегодня здесь. Благослови каждого человека, кто будет слушать учение Твое, Боже. Просим Тебя, наш Царь. Тебе одному вся слава и честь. И все воскликнули. Аминь. Можете присаживаться, пожалуйста. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Мы можем почувствовать Его, если захотим, конечно. Он реально сейчас здесь, Он движется среди нас. Дух Святой, Он здесь сейчас с нами. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь. We thank you, God. Слава Тебе, слава Тебе. Мы любим Тебя, Господи. Мы любим Тебя, Господь, за Твою милость к нам, за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе. Thank you, God. Слава Тебе, слава и хвала. Аллилуйя. И сейчас нам надо продолжать наше служение, да? Now we have to continue our service today. И сейчас
наступает момент, как мне кажется, самой радостной части служения. And now I think is the most happiest moment of the service. Это когда это время, когда мы реально можем в простоте показать Богу нашу любовь. We can show in simplicity our love towards God. Вот, это древняя еврейская традиция на самом деле. It's an old Jewish tradition. Вы знаете, что у ворот храма? Did you know at the gates of temple? Thank you. Ну, не знаю, как это было на самом деле, но видимо, стояла какая-то маленькая коробочка. I'm not sure how exactly it was, but there must have been some kind of a box at the entrance. Которая называлась Цдака. That box was called Цдака. Цдака. Что приблизительно переводится как милость, пожертвование. It was translated to mercy and offering. И евреи это делали всегда. And Jewish people always did this. Да, ну, почему я всегда говорю о евреях? Why do I always talk about Jewish people? Ну, так уж получилось, да, что все мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова. The way it worked out, we all believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. Sorry, guys. Ну, правда же. It's true. Ну, ты шо... Ишуа Мелех Израил. Иисус царь Израиля. Jesus, King of Jews. Об этом говорит Слово Божие. Word of God talks about this. И все мы милостью Божьей. We are in mercy of God. Мы стали частью Израиля. We became part of Jewish Israel. Мы не вместо Израиля. Not, we're not instead of Israel. Мы стали его частью. We became part of it. Ну вот поэтому я всегда акцентирую на это внимание людей. That's why I always turn people's attention on this specific. Так вот, сейчас то время, когда мы будем делать то, что всегда делали евреи. Right now is the time that we're going to do what Jewish people did back then. Мы будем показывать Богу наши сердца. We're going to show God our hearts. Вы помните в Луке 21 главе? Remember in Luke chapter 21? Там написано. It says, does anybody got an English Bible? You got it open? Can you read it after him? Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положила в дар Богу, а она от скудности своей положила все пропитание свое, какое имела. So chapter 21, 1 through 4. And he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting a 2 mites. So he said, truly I say to you that this poor widow has put more than all. For all these out of their abundance have put an offering for God. But she out of her poverty put it all in living hood that she had. Thank you. И мне кажется, это место Писания, оно именно говорит о том, что Бог, Он видит нас. And this scripture specifically says that God sees us. Ну вот, например, я, ну когда был
молодым верующим и неверующим, ну так, немножко верующим, я думал, что Бог наблюдает за нами, ну, где-то сверху. Но это неправда. Бог наблюдает за нами изнутри нас. God looks over us through inside us. Он знает наши сердца. He knows our hearts. И поэтому сейчас давайте каждый из нас приготовит наши сердца. Therefore, let prepare our hearts today now. Для Бога. For God. И покажет физически, да, как он любит Бога. И вот очень просто, да, положите столько, сколько вам подсказывает сердце. And let us show with our physical bodies how much we love God. Let's put in how much we think is right in our hearts. Миша, прошу. Я ту золотую весну и на светлые дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, и руки, и волосы светлые. Знай, мама моя, что тебе нелегко перестичь сыновей, перестичь дочерей, отдаёвшим любовь, и всю жизнь своей бережёшься для нас непослушных детей. Ты ведь тоже когда-то была молодой. Помнишь, мама сама все, наверное, путь нелегкий был пройден, родная тобой, испытала ты много, конечно. Знай, мама моя, что тебе нелегко пересечь сыновей. Миша, принеси, пожалуйста, и я думаю, что нам надо поблагодарить Бога за то, что мы все-таки имеем возможность, да, приносить дар Ему. I think we need to thank God for what we can bring. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты по милости Своей, Господь, благословляешь нас. И спасибо, что Ты располагаешь наши сердца, Господь. Приносить Тебе, Господь, это малое, ничтожное, Господь, ничего для Тебя не значащее, но очень значащее для нас, Господь. Потому что Ты видишь, Господь, наши сердца, Господь. Ты видишь, как мы Тебя любим и как мы благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за возможность отплатить хоть как-то Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иешуа, Господь, за то, что Ты сделал для нас. Слава и хвала Тебе, Господи. Благослови эти дары, Господь. Пускай они действительно пойдут, Господь, на Твое дело, Господь. На то, что для чего Ты их приготовил, Господь. Во имя Иешуа. Бешем Иешуа Гамашех. Амен. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господи. Спасибо Тебе. И сейчас еще одна древняя еврейская традиция. Right, да, now, ну уж простите. Это традиция благословлять детей. It is a tradition to bless children. Каждую субботу every Saturday, во всех еврейских семьях
In all Jewish families, родители благословляют детей. Parents bless their children. И вот я скажу одну вещь, да, вот несколько недель назад мы здесь в церкви благословляли детей. We were blessing children here. И пастырь молился. And the pastor was praying. И перед тем, как он молился, он спрашивал у родителей, на кого вы хотели бы, чтобы были похожи эти дети. And before he started praying, he asked the parents, who do they see their children in the future? Я не знал. I don't know if pastor knew before this. Но это древняя еврейская молитва. But that is an ancient Jewish prayer. Когда евреи молятся за девочек и мальчиков, when Jewish people pray for little boys and girls, они просят Бога, чтобы дети были похожи на Моисея, they ask God that their children grow up and look like Moses, на Авраама, на Авраам, на Якова, on Jacob, на Исаака, on Isaac, и так далее. То есть каждый родитель, ну, выбирает every parent chooses тот пример, на кого он бы хотел бы, чтобы его дети были похожи. Every parent chooses an example, a biblical example, who they want their children to grow up to be like. Я считаю, что это здорово. I think it is wonderful. И я предлагаю, ну, продолжить делать это. And I'm recommending for us to continue doing that. И я приглашаю сейчас всех детей вперед. And I'm inviting all the children here, come up front, we'll pray for you. За них. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God. Слава Богу, да? Смотрите, какое, ну, чудесное зрелище. Praise God, look at this beautiful children. Я хотел бы помолиться традиционной еврейской молитвой. I would like to pray a traditional Jewish prayer. Но потом мы помолимся. Да, но когда я буду называть вот имена вот людей, на кого я хотел бы, чтобы были похожи эти дети, каждый, ну, родитель может называть, ну, то имя, да, на кого бы он хотел, чтобы его дети When I'm gonna pray and I'm gonna say the names from the scripture, every parent can choose what they want the children to be and pronounce it into their life too. Есим Хайлахим, Касера, Ривка, Рахель, Левея. Есим Хайлахим, Гефраим, Веки, Маше, Еверхеха, Данай, Вешмереха, Яера, Данай, Паневалеха, Вихунеха, Исай, Данай, Паневалеха, Весалеха, Шалом. Да уподобит тебя Бог Сари, Ривки, Рахели и Леи. Да уподобит тебя Господь Ефраиму и Маше. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да просияет Господь лицо свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и дарует тебе мир. Аминь.
Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь, за каждого ребенка здесь. Спасибо за то благословение, Господь, которое Ты послал нам, Господь. Благослови каждого, Господи. Пускай каждый ребенок, Господь, он исполнит то предназначение, для чего Ты, Господь, призвал каждого. Во имя Иешуа, Господь, мы просим Тебя сейчас за каждого. Помоги им, Господь, возрастать в Тебе, Господи. Помоги им, Господь, приближаться к Тебе, Господь. Помоги им, Господь, достичь тех высот, Господь, куда Ты хочешь, чтобы они поднялись, Господи. Во имя Иешуа. Бешем Иешуа Гамашех. Во имя Иисуса Христа. Амин. Сейчас все дети спускаются. Нет, не спускаются. Да, дети пускай побудут здесь. И меня попросили сказать, что сегодня, таки наконец-то, будет молодежное служение. Аллилуйя! Благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, великий Божий мир, так говорит Господь. Слава Богу за сегодняшний день. Кто-то знает, сегодня праздник, по-моему, есть какой-то. Glory to God for this day. Who knows, is there some sort of a holiday today? Какой-то праздник сегодня, кто-то напомнит мне. Who can remind me? Тридцать лет, как брат. Имя у тебя. Ну а потом и все мамки, пожалуйста, выходите все сюда. Есть у нас еще мамки? Кто-то 30 лет, кто-то чуть-чуть больше, кто-то на пару дней меньше. Но я зову всех матерей, выходите сюда, пожалуйста. Что-то сегодня матушки не очень активные. Сегодня праздник, который называют в Америке Mother's Day. Today is a holiday that in America is called Mother's Day. По-русски это День мамы. Поэтому, пожалуйста, все мамы, все мамы. Сестра Зина. Только вы по центру сюда проходите, а то вы все туда, к пианино. Музыканты все, что ли? Маринка, проходи сюда немножко. Ну же, я не уверен, что Наташа всем пианино уступит. Так, это все мамы? Юля здесь. Окей. Мужчины, мужики, посмотрите на вот эту красоту. Мне наши девчата в церкви говорят: пастор, ты заметил, что в нашей церкви самые красивые женщины, самые красивые мамы, самые красивые девушки? Кто-то со мной сегодня? Как тихо. Мужики, вы со мной? О, наконец-то, проснулись. Действительно, посмотрите. Ну, это цветы общества. Какая? Ну, действительно, это лучшие суперполовины. Поэтому сегодня, вы знаете, мне очень нравится, что есть такой праздник.
Є праздник, коли ми можемо благословити мам. Є праздник, коли ми можемо благословити наших родителей, отцов. Но сегодня действительно Mother's Day, и сегодня хороший праздник, чтобы благословить наших мам. И я хотел бы, чтобы каждый из вас молился не только, когда мы будем молиться, не только за свою любимую, но и молился за тех, кто стоят рядом с ней. Вы готовы сегодня делать это? Сережка готов, Дима тоже. Кто-то еще готов сегодня молиться? О, велик Господь, проснулись мужики. Я думаю, что вы просто настолько засмотрелись, что и речи отняло. Неужели это все мое, а? Неужели это моя красота стоит? Вау! Давайте мы все встанем. И я хочу, чтобы вы молились не так, как вы сегодня отвечали. Я хочу, чтобы вы молились очень громко и благословляли этих прекрасных мам. Вы знаете, что действительно им Бог дал очень большое служение. Некоторые здесь имеют детей рядышком. Остальные дети в зале, и мы их видели сегодня. Все эти дети рождены мамами, нашими мамами. Каждый из нас, он рожден тоже мамой. Вы представляете, какое служение? Зачать, выносить 9 месяцев, родить, воспитать, вложить всю любовь. Это величайшее служение, которое Бог доверил нашим прекрасным мамам. Поэтому, прежде всего, любите ваших мам. Не говорите вашей маме «нет». Благословляйте вашу маму. Слушайте вашу маму. И делайте все самое лучшее для вашей мамы. Давайте мы прострем наши руки и помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за эти прекрасные цветы, которые мы видим сегодня здесь, за наших прекрасных женщин, за наших прекрасных жен, за наших прекрасных мам. Отец Небесный, благодарим Тебя за силу, которую Ты дал им. Господи, благодарим Тебя за мудрость, которую Ты дал им. Господи, потому что воистину Ты дал им силу родить, Ты дал им мудрость воспитать, Ты даешь им мудрость, Господи, дарить жизнь, и Ты даешь им мудрость дарить благословение детям. Боже, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, и сегодня, благословляя, мы просим Тебя, чтобы сила Твоя, благословения Твои, источники неба были открыты в жизнь каждой мамы. Отец Небесный, мы просим Тебя, чтобы благодать Твоего Святого Духа почила на каждой маме. Боже, чтобы они не испытывали трудностей, но чтобы видели всегда руку Твою, руку помощи в их величайшем служении, служении, Господи, воспитания детей. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы еще раз благодарим Тебя за Твои благословения и источники, которые открыты в жизнь наших прекрасных мам. Вся честь, вся слава и вся благодарность имени Твоему, великий Бог. Отец и Святый Дух, и все воскликнули. И все воскликнули. О, вот это уже чуть-чуть похоже на восклицание. А сейчас я знаю, что у нас есть прекрасные цветы для наших прекрасных мам. Пожалуйста, сыновья, браты, мужья, большие аплодисменты для наших мам.
Спасибо вам, наши дорогие мамы. Вы знаете, обычно в начале семейной жизни, когда появляется первый ребенок, you know, at the start of a family, when the first child comes, вы знаете, что мужья начинают ревновать свою жену к своему собственному ребенку. Husbands begin to envy the attention they get, that their children get from their mom. Когда жена уделяет больше внимания ребенку, when the wife turns more attention, gives more attention to the child. И мужу иногда кажется, ну почему мне внимания мало? And sometimes the husband thinks, why don't I get this attention? Я привык пользоваться всем вниманием. I'm so used to all the attention. Но знаете, слава Богу. But you know, glory to God. За наших прекрасных женщин. For our wonderful women. У них оказывается достаточно внимания, чтобы и мы не были обижены. It seems they have enough attention to give for us so that we don't get Такое upset. Большое сердце Бог дал. God gave him such big hearts. Сердце матери. The heart of a mother. Мне это трудно понять. For me it's difficult to understand. Но моя жена, я думаю, это понимает. But I think my wife understands. Слава Богу за наших мам, за наших прекрасных жен. Glory to God for our wonderful mothers and wives. Итак, сегодня мы будем продолжать слушать Слово Божье. So today we'll continue listening to the Word of God. И тема будет довольно интересная. And the topic will be pretty interesting. Некоторое время назад мы вспоминали воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Some time ago we remembered the resurrection of our Lord Jesus Christ. И вы помните, что после своего воскресения Иисус 40 дней еще находился на земле. And as you remember, 40 days after his resurrection, Jesus remained on the earth. И на этой неделе будет праздник, который люди называют праздник вознесения Иисуса Христа на небеса. And this week will be a celebration that people call Иисус вознесся на небеса. A celebration of Jesus being lifted up in heaven. И еще через полторы недели and in about a week and a half, будет еще один праздник, о котором Иисус очень много говорил. One of which Jesus spoke often. Это праздник, который называют в народе праздником Пятидесятницы. A celebration called the Pentecost. Праздником сошествия Святого Духа. The celebration of the Holy Spirit. Люди называют по-разному. People call it by different names. Но я сегодня хочу обратить внимание на одну вещь. But today I want to point out one thing. Перед тем, как Иисус уходил на небеса, before Jesus was taken up into heaven, Он очень много уделил внимания тому, He spent a lot of time, чтобы рассказать людям о Духе Святом, telling people about the Holy Spirit, который придет вместо Него. Who will come in His place. Вы знаете, я заметил одну вещь. You know, I noticed one thing. Обычно, когда мы собираемся куда-то уходить, normally, when we gather to go somewhere, мы говорим о всех главных вещах в конце. We talk about the most important things that come at the end. Чтобы люди не забыли. So that people don't forget. Вы знаете, я улетал в одно время, улетал на месяц из дому. I remember leaving the flying out for about a month. Моя жена провожала меня в аэропорту. My wife saw me out at the airport. Я говорил много главных вещей. I said a lot of important things. Но я сейчас помню последние вещи, я сказал ей. But now I remember the last thing I said to her. Милая, не забудь, будут приходить биллы. Dear, don't forget that bills will come. Обычно в нашей семье я занимаюсь биллами. Normally I'm the one that does bills in my household. И я ей сказал, не забудь, в чековой книжке росписи стоят, выписывать чеки и отправлять биллы. And I said, don't forget, in the checkbook I've already signed them, just write out who they go to. Вы знаете, живя в Америке, это вещь очень главная. Living in America, this is a very important thing. Не забудь выписать биллы. Don't forget to pay your bills. Итак, Иисус, перед тем, как уходить на небеса, but Jesus, before he was taken into heaven, Он говорил о главных вещах,
He was talking about the important things. И он хотел, чтобы ученики запомнили это. That he wanted his disciples to remember. Итак, если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли первое место Писания, это Иоанна 14 глава. So if you have a Bible today, the first scripture I want you to open up to is John. Стихи с 15 по 17. Chapter 14, verses 15 to 17. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. If you love me, keep my commandments. Итак, проверкой нашей любви к Богу является соблюдение Его заповедей. And so the test of our love for God is keeping His commandments. Иисус очень четко обратил на это внимание. Jesus clearly pointed this out. Если вы любите меня, if you love me, соблюдите мои заповеди. Keep my commandments. Если вы не соблюдаете заповеди, if you don't keep the commandments, можете не говорить о любви. You don't have to talk about love. Потому что любви нет. Because there is no love. Итак, проверка нашей любви к Иисусу Христу, к Богу. And so the test of our love for Jesus Christ, for God. Соблюдение Его слова. Is keeping His commandments. Дальше Иисус говорит. Further, Jesus says. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. And I will pray to the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Итак, Иисус говорит, когда я уйду, so Jesus says, when I leave, я пошлю вам другого утешителя. I'll give you another helper. Духа истины, который будет с вами вовек. The Spirit of truth who will be with you forever. Иисус делает также заключение, so, что мир его принять не может. Jesus also concludes that the world cannot receive him. Итак, Дух Святой не принадлежит этому миру. So the Holy Spirit does not belong to the world. Люди, которые не знают Иисуса Христа, которые не соблюдают заповеди Иисуса Христа, people who don't know Jesus and don't keep his commandments, они не могут принять Дух Святой, they cannot receive the Holy Spirit, потому что они не знают Его. Because they don't know him. Но Иисус говорит, а вы знаете Его. But Jesus says, but you know him. Почему? Why? Потому что Он с вами пребывает, because he dwells with you, и у вас будет. And will be in you. Итак, я хочу остановиться на этих двух выражениях. So I want to stop at these two phrases. Первое, Иисус говорит, что Дух Святой пребывает с вами. First, Jesus says that the Holy Spirit dwells with you. Но говоря о будущем, Иисус говорит, Он будет у вас, то есть внутри вас. But when He speaks of the future, He says He will be with you. Итак, He'll в чем разница? You. So where's the difference? Вы знаете, что с момента, когда человек приходит к Богу, from the moment that a person comes to God, Дух Святой пребывает с ним. The Holy Spirit dwells with him. Давайте я вам покажу. Илюшка, иди сюда. Игорь, ты тоже. Сережа, ты тоже. Представьте себе, это пример. Представьте себе. So imagine. Вот этот человек не знает Господа. This person doesn't know God. Я сказал, это пример. А вот этот человек, but this person, он хочет, чтобы Илюшка познал Господа. He wants Elijah to know God. Зная его, knowing him, Игорь располагает свое сердце молиться об Илье. Igor выйди туда prays и стань на колени. For Elijah in his heart. It's not hard. Представьте себе, Игорь молится о спасении Ильи. Imagine Igor is praying for Elijah's salvation. Что происходит дальше? What happens next? Тони, иди сюда. Стань рядышком. Представьте, Игорь молится о спасении Илюшки. So Igor is praying for Elijah's salvation. Иисус
посылает Дух Святой, чтобы Дух Святой работал в жизни Ильи. And Jesus sends the Holy Spirit to work in Elijah's life. Илюшка, давай вот так вот ходи кругами. А ты за ним. Буквально, буквально следом. Что происходит? So what happens? Илья живет своей жизнью. Elijah lives his life. Но по молитве и по просьбе Игоря. But by the prayer and petition of Igor. И по воле Божьей. And by the will of God. Дух Святой постоянно ходит. Ты еще ходи. The Holy Spirit continuously. Дух Святой постоянно ходит за Ильей. The Holy Spirit continuously follows Elijah. Тони, и напоминай ему, тебе нужен Иисус. Иисус ожидает тебя. Представляете, когда мы молимся о каком-то человеке, so we pray for a person. Господь посылает Дух Святой, the Lord sends the Holy Spirit. И по воле Небесного Отца Дух Святой начинает ходить за этим человеком, ища момент, как его подвести к Иисусу. And searches for a moment to lead him to Jesus. И чем больше этот человек молится, and the more that this person prays, Тони, бери его сейчас за руку и подводи к Иисусу. Вот так подвел его. А ты повернись, склоняйся. А ты держи его. Держи. Это такая очень образная картина. This is a very, general image. То, что происходит в нашей жизни. Of what happens in our lives. Иисус говорит, что Дух Святой пребывает с вами. Jesus says that the Holy Spirit dwells with you. Дух Святой помогает нам прийти к Иисусу Христу. The Holy Spirit helps us come to Jesus. И когда человек склоняется перед Иисусом Христом, and when a person, kneels before Jesus Christ, принимает Иисуса в свое сердце, accepts Jesus into his heart, Дух Святой его не оставляет. The Holy Spirit doesn't leave him. Потому что Иисус сказал прежде всего, что Дух Святой есть утешитель. Because first of all, Jesus said that the Holy Spirit is. Дальше мы будем читать, что Дух Святой, он есть наставник, он есть учитель. And further we will read that the Holy Spirit is. Он есть тот, кто водит. One who leads. Он есть тот, кто направляет. And one who directs. Спасибо, ребята. Спасибо. Садитесь. Поэтому Иисус сказал, that's why Jesus said, Дух Святой пребывает с вами. The Holy Spirit dwells with you. Итак, ученики ходили со Христом. And so the disciples walked with Christ. Иисус дал им величайшую власть того времени. And Jesus gave them great authority in that. Они изгоняли демонов. They cast out demons. Они исцеляли больных. They healed the sick. Они воскрешали мертвых. They resurrected the dead. Потому что эту власть Иисус дал им. Because Jesus gave them this authority. И в то же время Иисус говорит, что Дух Святой пребывает с вами. And at that same time Jesus says that the Holy Spirit. Они еще не были крещены в Духе Святом. They were not yet baptized in the Holy Spirit. И поэтому Иисус сказал, что Дух Святой у вас прибудет. That is why Jesus said that the Holy Spirit will be in you. Поэтому с того момента, когда за нас начинает кто-то молиться, so from the moment that someone starts to pray for us, Дух Святой по воле Небесного Отца, the Holy Spirit, by the will of the Heavenly Father, он начинает ходить за человеком. Begins to follow this person. И он ищет момент, как открыть человеку Слово Божье. And starts searching for the moment to open this person как up to направить the word of God. Его путь к Иисусу Христу. Searching for a way to direct him to Потому Jesus Christ. Потому что спасает не Дух Святой. Because the Holy Spirit doesn't save. Спасает Иисус. Jesus saves. И он сказал, что я есть путь. And he said that I am the way. Я есть путь. I am the way. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть этим путем. And no one comes to the Father but through me. Я хочу, чтобы мы почитали дальше. I want to read further. 25-26 стих в этой же главе. 25-26 in the same chapter. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all these things and bring to your remembrance all the things that I said to you.
Итак, некоторые вещи Иисус сказал ученикам, находясь с ними. So some things Jesus had told the disciples when he was with Они them. Не могли все запомнить. They couldn't remember everything. Но Иисус сказал, But Jesus said, когда придет Святой Дух, when the Holy Spirit comes, Он напомнит вам. He'll remind you. Он напомнит те вещи, о которых я говорил вам. He'll remind you of the things I told you. Следующее, Он научит вас. He will also teach you. Он будет вас учить. He will teach you. Это величайшая миссия Духа Святого. Напомнить то, что Иисус говорил. This is a great task of the Holy Spirit to remind of what Jesus had spoken. И это величайшая миссия Духа Святого. And it's a great mission of the Holy Spirit. Учить каждого верующего человека. Each believer. Как это выражается в жизни? How does this work in life? Мы часто читаем Божье Слово. We often read the Word of God. Кто из вас читает Божье Слово? Who reads the Word of God? Слава Богу. Praise God. Мы часто слышим проповеди. We often hear sermons. Мы часто участвуем в беседах с другими людьми. We often fellowship. Слыша какие-то откровения. And hear testimonies. И, естественно, мы все запомнить не можем. And of course we can't remember all of these things. Какую-то часть мы запоминаем, какая-то часть Some не parts, остается в нашем разуме. Some parts we remember, but others just don't remain in our mind. Но вы знаете, интересная вещь происходит. But an interesting thing happens. Когда Господь начинает где-то использовать тебя, when the Lord starts to use you somewhere, Дух Святой начинает выносить изнутри тебя the Holy Spirit starts to bring from inside то of you, слово, которое не осталось в разуме, the word that didn't remain in your mind, но которое осталось в сердце. That which remained in your heart. Вы знаете, что когда мы читаем Слово Божье, исследуем Слово Божье, you know, when we read, the Word of God, мы не способны все сохранить в разуме, как бы мы ни старались. No matter how hard we try, we're not able to remember everything. Но все, что уходит в наше сердце, But everything that goes into our heart, оно там остается, в этой сокровищнице. Remains in that treasury. Я бы назвал это как наш внутренний банк. I would call it our internal bank. Куда мы делаем депозит каждый день. That we deposit into every day. Мы делаем депозит Слова Божьего. We deposit the Word of God. И в нужный момент. And at the a necessary moment. Точно так же, как не видя денег на нашем счету, just as we don't see the money on our account, мы пользуем кредитную карточку. We use the credit card. И она работает. And it works. Точно так же, не видя работу Святого Духа, In the same глазами way, нашими, we don't see the work of the Holy Spirit with our eyes. Когда это нужно, but when it's needed, Дух Святой выносит Слово изнутри нас. The Holy Spirit brings the word from inside И of us. И говоря это Слово, мы часто удивляемся. And when we say this word, we are often surprised. Господи, откуда это течет? Lord, where is this coming from? В моем разуме я это не помню. I don't remember this in my mind. Вы знаете, это работа Святого Духа. You know, this is the work of the Holy Иисус Spirit. Сказал, что Дух Святой пришед, Он напомнит. Jesus said that the Holy Spirit will come and Он remind напомнит. You. Remind you. Поэтому, когда Иисус говорил о последнем времени, Он сказал одну очень важную вещь. So when Jesus was talking about the end of the age, He said some Он very important говорит, things. Когда вас поведут перед правителями, says that when they bring you before the authorities, не думайте, что говорить или что отвечать. Don't think, what should I say, what should I answer. Не делайте конспекты, как перед экзаменами. Don't study like for an exam. Вам эти конспекты не помогут. You won't, this will be, Просто this положитесь will help you. На Дух Святой. Simply rely on the Holy Spirit. И Господь говорит, Он даст вам, что отвечать в тот момент. He says that the Holy Spirit will give you the right thing to say at that moment. Кто-то из вас когда-то был уже гоним или был перед начальствами? Who's ever been persecuted? Кто-то был? Here. Это работает? Does this work? Amen. Amen. В моей жизни это тоже работало. In my life this has also worked. Когда Дух Святой поднимает то слово, которое где-то внутри тебя в твоем сердце, When the Holy Spirit raises up this word that's somewhere deep in your heart, это слово попадает всегда в точку. This word always hits the mark. Итак, что говорит Иисус дальше? So what does Jesus say further? Я хочу, чтобы вы открыли следующую главу. I want you to open up to the next chapter. Это 15 глава, 26-27 стихи. John chapter 15, verses 26 to 27.
Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. When the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. And you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Итак, Иисус, говоря о Святом Духе, Он сказал еще об одной вещи, которую будет делать Дух Святой в нашей жизни. So when Jesus was speaking of the Holy Spirit, He talked about another thing that will happen in our lives. Иисус сказал, что Дух Святой пришед в нашу жизнь. Jesus said that the Holy Spirit will come into our lives. Он будет свидетельствовать о ком? And will testify of whom? О церкви? Of the church? О пасторе? Of the pastor? О христианах? Of Christians? Но Иисус сказал, Jesus said, задача Духа Святого that the task of the Holy Spirit свидетельствовать об Иисусе Христе. Is to testify of Jesus Christ. И затем Иисус говорит, and further he says, и также вы будете свидетельствовать, you also will bear witness, потому что вы от начала со мною. Because you have been with me from the beginning. Вы знаете, без Духа Святого невозможно быть свидетелем Иисуса Христа. Without the Holy Spirit, it is impossible to testify. Я знаю, что никто из вас, в том числе и я, мы никогда не были со Христом при Его жизни. I know that none of us here, myself included, have been with Jesus during his lifetime. И поэтому рассказать что-то яркое свидетельство мы не можем. So we can't just have this bold testimony. Но Дух Святой, Он всегда находился с Иисусом. But the Holy Spirit was always with Jesus Christ. Он знает Иисуса. He knows Jesus Christ. Он знает Иисуса. He knows Jesus. И поэтому, когда Дух Святой начинает свидетельствовать через нас, so when the Holy Spirit testifies through us, это помазание меняет мнение и мысли людей. This anointing changes the minds and the views of people. И это помазание меняет жизнь людей. This testimony, I mean, this anointment changes people's lives. Иисус говорит, что Дух Святой, Он будет свидетельствовать обо мне. Jesus says that the Holy Spirit will testify of me. И когда Дух Святой будет свидетельствовать, and when the Holy Spirit testifies, имея это откровение в каждом из нас, having this revelation in all of us, мы будем свидетельствовать о живом Иисусе Христе. We will testify of the living Jesus Christ. Мы не будем говорить о каком-то религиозном персонаже. We won't be speaking about some religious figure. Мы будем говорить о живом, спасающем, исцеляющем, освобождающем Иисусе Христе. We will be talking about the living, healing, saving Jesus Christ. Вот в чем отделяется религия от людей, помазанных силой Святого Духа. This is the difference between religion and people who are anointed by the Holy Spirit. Религиозные люди, они говорят о каких-то особенных персонажах. Religious people speak about some big figures. Об историческом персонаже Иисусе Христе. About the historical figure of Christ. Помазанные силой Божьего Святого Духа люди. People who are anointed by the power of the Holy Spirit. Они свидетельствуют о живом Иисусе Христе. They testify of the living Jesus Christ. О том, кто спасает. Of the one who saves. И говоря, что Иисус спасает. And when they say that Jesus saves. Спасение приходит в жизнь людей. Salvation comes into the lives of people. Они говорят о том, кто исцеляет. They talk about the one who heals. И говоря об исцелении, люди получают исцеление. And when they speak of healing, others receive healing. Потому что Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе. Because the Holy Spirit testifies about Jesus Christ. Когда эти люди, исполненные Святым Духом, when those people who are filled with the Holy Spirit говорят об освобождении, talk about salvation, свобода приходит в жизнь людей. Salvation comes to the lives of people. Потому что Иисус, Он есть тот, кто дает свободу. Because Jesus is the one who saves. Итак, Дух Святой, Он будет свидетельствовать об Иисусе Христе. So the Holy Spirit will testify of Jesus. Мы пойдем немножко дальше. We're going to move a little further. Вы знаете, что Дух Святой, который находится в нас, you know that the Holy Spirit that is found in us, Он работает не только в нашей жизни, works not only in our lives, но Он работает и в этом мире через нас. But He also works in this world through us. Давайте мы откроем 16 главу Иоанна. Let's open up to John chapter 16. Стихи с 7 по 15. Verses 7 to 15.
Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. О грехе, что не веруют в меня. Of sin, because they do not believe in me. О правде, что я иду к отцу моему и уже не увидят меня. Of righteousness, because I go to my father and you see me no more. О суде же, что князь мира сего осужден. Of judgment, because the ruler of this world is judged. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He does not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, от моего возьмет и возвестит вам. And he will tell you of all the things to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All the things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. Вы знаете, ученикам очень нравилось находиться рядом с Иисусом. You know, the disciples very much enjoyed being around Jesus. И когда он начинал говорить о том, что ему нужно уходить, and whenever he started talking about the fact that he has to leave, они начинали печалиться. They grew very upset. И Иисус обратился к ним и сказал, Jesus turned to them and said, поймите, друзья мои, you have to understand, my friends, для вас лучше, чтобы я пошел. It's better for you that I leave. Потому что если я не пойду, то Дух Святой не придет. Because if I don't leave, the Holy Spirit won't come. Но я хочу, чтобы Дух Святой пришел. But I want the Holy Spirit to come. Я хочу, чтобы то помазание, которое было на мне, оно пришло на вас. I want the anointing that was on me to come to you. И поэтому он говорит, для вас лучше. That is why he says, it is to your advantage. И говоря о Святом Духе и его работе в этом мире. And speaking of the Holy Spirit and his work in this world. Иисус сказал, Jesus said, что Дух Святой, который придет, Он обличит мир в трех вещах. That the Holy Spirit, when He comes, will convict the world of three things. Он будет обличать о грехе. He will convict of sin. Он будет говорить о правде. He will speak of righteousness. И Он будет говорить о суде. And of judgment. Вы знаете, самый большой грех, you know, the greatest sin, это неверие в Иисуса Христа и в Господа нашего. Is not believing in Jesus Christ, это самый большой грех. That is the greatest sin. Человек, который не верует в Господа, person who does not believe in Jesus, который не признает Господа, who does not, это мертвый человек. The Lord, is a dead person. Поэтому первая миссия Духа Святого, so the first mission of the Holy Spirit, обличить мир о грехе, is to convict the world of sin. Однажды люди подошли к Иисусу и сказали, что нам делать? Once, какое дело нам делать, чтобы быть угодными тебе? Once people came to Jesus and asked, what should we do to be на что Иисус ответил? What did Jesus answer to them? Вот дело Божье. Here's the work of God. Вы помните, какое? Who remembers what it was? Чтобы вы веровали в меня. For you to believe in me. Вот дело Божье. Here's the work of God. Номер один. Веруй в Господа. Number one, believe in Итак, God. Итак, Дух Святой пришед, Он будет говорить о грехе. So when the Holy Spirit comes, He will speak of sin. И этот грех – неверие в Господа нашего Иисуса Христа. And this sin is not believing in our Lord Jesus Christ. Следующее – задача Духа Святого – the next task of the Holy Spirit, говорить и утверждать Божью правду. Is to talk about and declare God's righteousness. Он будет говорить о правде Божьей. He will be talking about the righteousness of God. В чем заключается правда Божья? What is the righteousness of God? Она заключается в том, что Иисус умер за грехи всего мира по Писанию. It is that Jesus Christ died for the sins of the world according to Scripture. Сегодня люди не хотят слышать эту правду.
Today people don't want to hear this truth. Сегодня люди находят различные религии или различных лидеров, за которым они идут. Today people find religions or leaders that diverge from this. Но они не хотят слышать правду о спасении через Иисуса Христа. They don't want to hear the truth about salvation through Jesus Christ. Но задача Духа Святого. But the task of the Holy Spirit. Открыть Божью правду. Is to open up the truth. Что спасение of God, в Иисусе Христе. That there is salvation in Jesus Christ. Потому что Иисус умер за грехи всего мира. Because Jesus died for the sins of the world. Иисус воскрес из мертвых. Jesus was resurrected. Чтобы оправдать всякого верующего. In order to justify each believer. Иисус вознесся на небеса. Jesus was taken into heaven. И воссел одесную Господа. And sat at the right hand of God. И еще Иисус вернется опять. And further, Jesus will come back. Он вернется опять. He will come back. Для того, чтобы судить этот мир. In order to judge this world. Судить именно за то, что люди не уверовали в Него. Judge exactly because people didn't believe in Him. Итак, Дух Святой через тебя и меня работает в этом мире. So the Holy Spirit works through you and I in this world. И не останавливай этот источник. And doesn't stop this stream. Позволь Духу Святому проявлять эту работу. Allow the Holy Spirit to do His work. Позволь Духу Святому говорить о правде Божьей через тебя и через твою жизнь. Let the Holy Spirit speak about Christ in your life and in your heart. Чтобы люди познали именно в чем заключается спасение. So that people will know exactly what salvation is. Третья вещь, о которой сказал Иисус, the third thing that Jesus talked about, что Дух Святой будет говорить о суде, is that the Holy Spirit will talk about judgment. В чем заключается суд? What is judgment? Князь этого мира осужден. The prince of this world is judged. Вы знаете, я однажды встречался с людьми, которые поклоняются сатане. You know, I've met people in my life who Вы знаете, что эти люди говорят? You know what these people say? Они говорят, что сатана самый сильный. They say that Satan is the strongest. Они говорят о том, что он будет царствовать. They say that he will rule. Они говорят, что он победил Иисуса. They say that he defeated Christ. И много другой лжи продолжают говорить эти люди. And they continue to spout these lies. И вы знаете, во время беседы And you know, during this conversation, Дух Святой исполнил меня. The Holy Spirit filled me. И я начал молиться. And I started to pray. И я начал провозглашать силу Божию на иных языках. And I began to proclaim. И человек, с которым я разговаривал, the power of the Holy Spirit, он упал на землю. When I was praying, и он начал извиваться по земле, как змея. When I was praying in tongues, and this person fell to the ground and started slithering around. И все время, like a пока snake. Я молился, and the он просто ползал по земле. The entire time that I was praying, he continued to crawl around. И когда я остановился, and when I stopped, он посмотрел на меня и сказал, he looked at me and said, что ты сделал со мной? What did you do to me? Все равно сатана сильней. This, the devil is still stronger. Но что ты делаешь со мной? But what are you doing to me? Мои руки стали белые. My hands are pale. Они были всегда черные, но они стали белые. They've always been black, but now they're white. Я не знаю, что он видел. I don't know what he saw. Но я знаю, что Дух Святой пришел. But I know that the Holy Spirit чтобы came через тебя и меня показать, to show through you and I, что князь этого мира осужден. That the ruler of this world is judged. Иисус раздавил его власть на Голгофе. Jesus crushed his authority on the cross. Там на кресте Иисус лишил его всякой власти. There on the cross, Jesus took away all of his и Писание power. Говорит, and the word says, что Иисус забрал у него ключи ада и смерти. That he took the keys of hell and death away Hallelujah. From him. Hallelujah. Дьявол не имеет больше власти. The devil does not have authority anymore. Он осужден. He is judged. И осужден жертвой Иисуса Христа. He is judged by the sacrifice of Jesus Christ. И задача Духа Святого, and by the payment of Jesus который Christ, в тебе и во мне, who is in you and I, чтобы показать этот суд. To show this judgment. Князь этого мира осужден. The ruler of this world is judged. Он лишен власти. He is, his authority is taken Он away. Лишен силы. His strength is taken away. Потому что Иисус сказал, because Jesus said, вся власть на небе и на земле принадлежит мне. All authority on heaven and earth belongs to me. И поэтому задача Духа Святого, so the task of the Holy Spirit, в твоей и моей жизни, in your life and mine, явить эти три вещи, is to proclaim these three things. Первое, мы должны говорить о грехе. First, we have to
speak about sin. И самый большой грех – это неверие в Господа нашего Иисуса Христа. And the greatest sin is not believing in our Lord Следующий, мы должны утверждать Божью правду. Next, we have to proclaim of God's Не молчи, когда рядом с тобой люди, которые не знают Господа. Don't be silent when there's people around you who don't know God. Не молчи, позволь Духу Святому сказать о Божьей правде через тебя. Don't be silent. Allow the Holy Spirit to talk about God's Открыть righteousness Открыть Божью through you. Правду через тебя. To open up God's truth through you. И не молчи. And don't be silent. Утверждай суд Божий. In confirming the judgment of God. Князь этого мира осужден. The ruler of this world is judged. Он не имеет никакой власти. He doesn't have any authority. Да, он ходит, как лев рыкающий. Yes, he walks around like a roaring да, lion. Да, он пугает людей. Yes, he scares people. Да, он пугает многих христиан. He scares many Christians. Но я говорю тебе, But I'm telling you, каждому верующему нужно исполниться силой Святого Духа. Each believer has to be filled with the Holy Spirit. И позволить этому мощному потоку течь через нас в этот мир. And allow this great flood to go in through our lives. В этом воля Божья для тебя и меня. This is God's will for you and I. Я хочу ваше внимание обратить еще на одно место Писания. I want to turn your attention to another scripture. Буквально у последней минуты перед своим вознесением рабству римлян. You're going to throw off the slavery to the Romans. И мы будем свободными людьми. And we'll be free people. Иисус на это ответил очень четко. And Jesus answered them very clearly. Прежде всего он сказал, не ваше дело. Firstly, he said, it's not for you to know. Не ваше дело. It's not for you to know. Знать времена и сроки. To know the times and seasons. И здесь же он сказал, о нашем деле. And here he said about our business. Итак, когда церковь пытается что-то делать в политике, so when the church tries to do something in politics, Иисус говорит, это не ваше дело. Jesus says it's not for you to know. И здесь же он подчеркивает, что есть ваше дело. And here he shows us what it is Он говорит, вы примете силу. He says, you shall receive power Когда сойдет на вас Дух Святой. When the Holy Spirit comes upon you. И он говорит, что вы будете мне свидетелями. And he says, you shall be witnesses to me. В Иерусалиме. In Jerusalem. Во всей Иудее. In all Judea. В Самарии. In Samaria. И даже до края земли. And even to the end of the earth. Итак, политика – это не ваше дело, говорит Иисус. So politics is not for us to know, says Не лезьте, Jesus. Не решайте то, чего вы не можете решить. Don't try to solve that which you cannot solve. Делайте ваше дело. Do what's for you to know. А ваше дело не просто молиться на иных языках. Your task is not just praying in tongues. Или же не просто ходить в церковь. It's not just going to church. Ваше дело, говорит Иисус.
Your task, says Jesus, бути сповненими силою Святого Духа. Is to be filled with the Holy Spirit. І тільки сповнений силою Святого Духа, and when you are filled with the Holy Spirit, он може бути свидетелем Ісуса Христа. He can be a witness to Jesus Christ. Ісус сказав: ви приймете силу. Jesus said, you will receive power. І будете мені свидетелями. And will be witnesses to me. Он не сказав: ви можете бути моїми свидетелями. He didn't say you could be my witnesses. Он сказав: ви будете. He says you will be my witnesses. Ви будете моїми свидетелями. You will be my witnesses. Возникає вопрос: як я можу знати, хрещений ли я в Святому Духі? The question arises, how can I know that I am baptized in the Holy Spirit? Як я можу знати? How can I know this? Ви знаєте, ісследуя діяння апостолів. So in Acts. Здесь слово Боже відкриває. Here the word of God opens up to us. Як люди узнавали, що вони исполнялись в Святом Духе? How people knew that they were filled with the Holy Spirit. Перше місце діяння, 2 глава, 4 стих. First is Acts chapter 2 verse 4. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Итак, день Пятидесятницы. And so the day of the Pentecost. Это был праздник Пятидесятницы. It was a celebration of the Pentecost. И Пятидесятница, она говорила о свободе. And the Pentecost spoke of freedom. Когда приходил праздник Пятидесятницы, when the celebration of Pentecost, 50-й год, the 50th year, все рабы отпускались на свободу. All slaves were released. Приходила свобода в Израиль. Freedom came to Israel. Те, кто не могли заплатить свои долги, those who could not pay off their debts, и становились рабами, and became slaves, те, кто давал им в долг, of their debtors, в день или же праздник Пятидесятницы. On this day, они выходили на свободу. They were freed. И вот в день Пятидесятницы, and on the day of the Pentecost, ученики собрались вместе. The disciples gathered. И там, где они были, произошло что-то. And where they gathered, something happened. Это что-то никогда раньше не происходило. This something has never happened before. Сделался великий шум. A great noise was heard. Огонь появился над местом, где они собрались. Fire appeared above the place.